Так, друзья, всем привет. Мы приехали сегодня на кладбище к Настиному брату, родному. У Насти очень много вопросов по поводу причины смерти Лёни, потому что осталось очень много вопросов. Никто не знает, как он умер. И сегодня мы приехали именно к нему на могилу и запишем сеанс ЭГФ непосредственно возле него. Мы зададим где-то 20 вопросов и посмотрим, какие будут ответы. Здесь похоронен брат Насти. Умер он в 38 лет. Это Леонид. И сейчас мы попробуем выйти с ним на связь. Я включаю спиритбокс. Мы хотим связаться с Леонидом Вячеславовичем. Нам может кто-нибудь ответить? Можем с тобой сейчас поговорить? Я здесь? Да. Лёня, ты можешь выйти с нами на связь? Вместе? Лёня, я хочу знать причину твоего ухода из жизни. Ты мне можешь ответить? Лёня, что произошло в тот день, когда тебя не стало? Лёня, ты можешь назвать имена людей, которые, возможно, причастны к твоей смерти? Скажи, пожалуйста, эти люди сейчас живы? Лёня, скажи, у тебя есть дети? Скажи, пожалуйста, если у тебя есть дети, я с ними встречусь? Да. Лёня, скажи, пожалуйста, откуда у тебя гематома в голове? Или тебя, возможно, кто-то ударил? Если кто-то причастен к твоей смерти, эти люди понесут наказание. Прошел уже год после твоей кончины. Ты это осознаешь, что ты умер?
тебя очень сильно любим. Ты можешь что-нибудь нам передать? Леня, скажи, пожалуйста, ты там встретился с родственниками? Леня, скажи, где ты сейчас находишься? Лень. Настя. Холодная, красная, я вижу. Обалдеть. Леня, это ты сейчас так воздействуешь на спиритбокс, что горит синяя лампочка? Леня, скажи, пожалуйста, с кем ты находишься на том свете? Леня, скажи, пожалуйста, ты виделся с Сашей Гуськом? Все ли у него там хорошо? Леня, ты знаешь, от чего умер Саша? Леня, скажи еще, пожалуйста, откуда у тебя была гематома? Леня, ты можешь сейчас передать что-то Насте, маме, какое-то послание? Леня, ты понимаешь, кто к тебе пришел на могилу? Леня, скажи, пожалуйста, почему ты не снишься Ире? Ты на нее обижен? Леня, у тебя там все хорошо? Леня, ты знаешь, что у тебя сегодня день рождения?
Лёня, мы тебя очень любим. Лёня, спасибо за общение. Мы тебя отпускаем. Все, Брасик, пока. Так, друзья, мы записали сеанс ЭГФ на могиле у Настиного брата. Вы уже все ответы слышали, нам еще предстоит все разобрать. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Если вы впервые на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы, в свою очередь, будем стараться снимать для вас новый контент. В этот раз ответов было немного, но все же нам удалось что-то расслышать. И мы, возможно, попробуем провести сеанс ЭГФ еще и дома, в Москве. Может быть, там ответы будут намного четче. Всем спасибо, друзья. Оставайтесь с нами. И до новых встреч. И всем пока. Друзья, мы записали сеанс ЭГФ вот у Лёни на могиле, вот здесь. И смотрите, пришел котик. Котик. Котик, скс-кс. Он шипит. Киса. А, кис, что ты? Что ты шипишь? Кс-кс-кс.